Всем привет, народ, с вами, как всегда, я Вов, и, в общем-то, это новая рубрика на канале, называется «Тачка за 5 секунд». Суть рубрики в том, я нажимаю вот на эту кнопку, а мне генерируется рандомная машинка. В общем-то, я должен на ней выиграть минимум 2 матча, хотя почему минимум, мы играем 2 игры, я обе должен выиграть. Если я проигрываю, я разыгрываю что-то из своего инвентаря. Сразу говорю, что если я сегодня проигрываю, я разыграю Сентию. Только это пилотный выпуск, я не хочу вкладываться более, поэтому, скину вам Сентию. Вот, я на ней толком не играл, так что все как раз будет нормально. Что, давайте приступать. Нажимаем сгенерировать и... Мерк с синим бустом и трейлом. Ну, нормально. Кстати, неплохо выглядит. Также в этой рубрике я могу спокойно ставить себе БМочки. Я хочу поставить вот БМочку, которую мне подарили. И вот, короче, просто хвастаться чуть-чуть ей. Вот. Ладно. Короче, нажимаю play. Я не знаю, как вам показать. Может, здесь что-то есть. Кто может показать вот сколько. Ну вот, короче, вот смотрите статистику. И в конце этого видосика я вам снова ее покажу. Вот, например, goals, там aerial goals, и вот это вот все я вам покажу. Короче, типа, и вы там сравните и убедитесь в том, что я играю с вами честно. Вот. Короче, поехали. Ну, как мне кажется, здесь я выигрывать должен прям на все 100%. Потому что, ну, это платина, как минимум. Нормально. Ну все, первый гол есть. Ну нормально, просто прокинул его и все, и как бы забил хрен. Ууу, я понял, братиш. Ну ты пролетаешь, да. Видели, да, этот фейк? Это было жестко. Ну я только на платинах так фейкую, реально. Блин, а у него пауэршот. Я понял, про что говорил Минти, когда говорил, что это одна из самых сильных машинок. Блин, вообще непривычно, пацаны, на такой ездить. Вот из-за того, что я сейчас не посидел на вармапе, не поразминался, я не могу показывать неплохую игру. Блин, у меня мыслей нету гениальных. Как вот. Пошел отсюда на своем скайблю, Октане. Придурок, блин. Почему я миссую? Я не могу попасть. Ну. Машина по толщине-то вроде как все, а почему-то я миссую. Ну вот так можно реально сделать тогда. Бери! Куда ты? О май гад! А, я хотел типа бампнуть. Блин, вы не представляете, как на этом мерке мне непривычно играть. Это жесть. Это такая... Ну, для меня это вообще неудобная машина, серьезно. Я понимаю, что она жесткая в ударах. Я понимаю, что на ней дриблить, по сути, удобно. Потому что она ровненькая, да? Кубическая машинка, считайте. Мне вообще неудобно. Она бочку очень странно делает. Не то, что Октан, да? Я бы на такой не смог играть, серьезно. Но поскольку у нас такая рубрика, надо играть, надо. Это вот мы выиграли с вами один матчик. Кстати, а на синем-то, представьте, неплохие цвета стоят. Смотрите-ка. Машина очень громоздкая. Блин. Зато взрывается полпинка, ей вообще похуй. Да хватит бол чездить, блять, еблан. Ну серьезно. Ну что за тиммейт такой? Ну он бол чездит тупо. А может еще по низу вынесешь? Ну серьезно, ну что за говно ты делаешь? Ну. А, платина же точно. Вот этим удобен мерк, то что ты можешь через бок удары жесткие делать. Блять, ну давай, ну еще. Еще, блять, давай хуйню творить, Лешин. Интересно, вот этот фейк мой сработал некий. Когда я дэшнулся назад, чтобы чуваку не помешать. Ладно, я тупой. Я хуёво сыграл. Вы видите? Ну, блядь, ну что это за отскоки? Вот любой отскок это в ворота. Ну, любой отскок реально в ворота. Ну это же хуйня, я понимаю, что и я сейчас говно какое-то творю, но это хуйня прям полная. Он просто болчизер, и смысл? Он на все мячики едет, он такое чувство, как будто вообще в 1С играет. Ну ладно, пацаны, я проиграл, следовательно, я должен разыграть Сентию без проблем, значит, условия подписаться на канал, поставить лайк, и, в общем-то, в следующем выпуске мы с вами решим, кто же у нас выиграл, вот. Ну, в общем-то, спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь. С вами был, как всегда, я Мов.
Всем удачи и пока.